Сегодня рабочие уже приступили к выполнению поручения. Сначала дорогу выравнивают и подготавливают к укладке дорожного материала. Затем отсыпают щебень и проводят грейдирование. Улица Озерная насчитывает порядка 17 домов. Во время дождей дорогу размывало. Преодолевать путь до дома жителям было трудно даже на машине. На наше обращение исполняющий обязанности мэра города отреагировал очень положительно. По поводу грейдирования дороги и отсыпки щебнем был положительный результат. И по поводу освещения. Мы очень благодарны, что все-таки власть как-то обращает на граждан внимание. Последний раз эта дорога ремонтировалась 4 года назад. Щебеночное покрытие порядком износилось, пришло время его обновить. Всего на ремонт дороги выделено 80 кубометров щебня. После завершения дорожных работ на улице Озерная приступят к установке столбов под освещение.